Всем привет, зрители моего канала. Вот обзор находок попутных славок. Это у меня тут попалось. Так, вот такая Вега разбомжованная. Вега 109. Тут только впереди платы остались. Диоды. Ну, поэтому примите вот такой вот моторчик. Не знаю чего. Вот. Были там киноленты. Я парочку баночек взял. Пару кинолент. Тут эти коробочки. Но они оказались пустые. Там просто вот эти внутри винты. Разобрали, ну то есть вытащили, винты туда скидали, на пару болтиков скрутили и выкинули. Ну, думаю, тут такая ценная, может, коробочка под шурупы пригодится. Вот эти крышки выкину. Дальше вот так вот этот телевизор оплата просто на мусоре лежала. Такая вот. Или шиваки какой-нибудь, или трони, или что-то такое. Вот. Радиоканал Триус АТ. Этот телевизор Шиваки был, телевизор целиком собранный был. В общем, я его разобрал. Внутри ни проводов, ни меди не было. В общем, как бы его телевизор разобрали, медь вытащили и собрали. Ну, тут мне, в принципе, брать нечего, заржавел. Ну, могу только два транзистора взять, точно разверстки. Блока питания, слезовые. Вот такие вот. То ли лента кассовых аппаратов, там их было много, коробок выкинуто. Прямо коробки было, одну упаковочку из коробки вытащил. Вот еще вот DVD-шник. Тоже разбомжевали, трансформатор выломили на медь. Там, брать. Вот так вот. Ну еще тут вот попались телевизор тоже уже после бомжей разбитые. Металлистами остатки плат. И вот такая вот еще видеокарта. АГПшная. Это садовые светильники, которые днем заряжаются, ночью светятся. Они уже, свое отработали, влага попала. От времени там уже все прокислилось. Вот такие вот 4 штуки садовые светильники. Значит, вот тут такой уже принтер разбитый. Походу тут вот моторчики, парочка есть, пара моторов, там еще один, ну там, видать, внутри плата, такое что-то, принтер вот такой вот, разбили, а брать нечего там. Так, и вот остатки усилителя У4.2, ну что там, корпус был, и вот эти вот, только я взял, что индикатор снять. И вот эти клеммочки. Вот. Этот на свет метр забрали, железки выкинули. Вот такой вот обзор находок, как называем, с попутных славок. Всем пока.